Всем привет, ребята! Сегодня у меня на обзоре новинка, между прочим. Это новое вино от Высокого берега. Вот такая бутылочка. Смотрите, рислинговая. У этой серии называется зеленая. Итак, Трайминер, 23-й год, зеленая серия, Высокий берег. Все лаконично. Купил я ее в Алкотеке. За 429 рублей. Давно не пробовал Трайминеров. Ну, это Гевюрцтраймир. Ну, а это вообще розовый Трайминер. Это такие парфюмерные сорта винограда. Ароматные, очень интенсивные. Давайте пробовать, смотреть. Наливаю. Хороший винт. Качественный. Так. Российское вино, ЗГУ, Кубань, сухой белый, высокий берег, Трайминер, зеленая серия, год урожая 23-й, Анапский район происхождения, а дата розлива у нас, так, сейчас алкоголь найдем, спирт 12, дата розлива, да, 05.03.24 год, 5 марта разлили, новинка, ребят, вино было охлаждено мной. Вот так еще раз показываю. Трайминер, все лаконично. Трайминер розовый. Лозам 15 лет. Лозы купили где-то в Австрии. Хорошо, ребят. Поставлю сюда. В преддверии праздника. Вот такая интересная новиночка. Цвет светло-светло-соломенный. Цвет молодого вина. Давно не пробовал Трайминера, конечно. Очень давно. Аромат этого вина должна быть парфюмерная бомба. Да, ребят, так оно и есть. Очень интенсивный букет. Отличный аромат. Аромат мне очень нравится. Это роза. Пахнет розой. Да, пахнет акацией цветущей. Различными луговыми травами, немножечко цитрусовых, лимон. Да, легкий, свежий, интенсивный, очень приятный парфюмированный аромат. Да, классно, желтые фрукты какие-то присутствуют. Интересный аромат, Трайминер, конечно, в своем лучшем репертуаре. Отлично, ну что, пора пробовать это вино? Высокий берег, серия, зеленая серия, розовый Трайминер. Поехали. Вполне себе, ребят, мускатный такой тон в этом вине присутствует. Очень хорошая хрустящая кислотность. Правда, послевкусие короткое. Но очень яркая. Итак, плюс этого вина. Хорошая кислотность. Вино легкое, свежее, очень питкое. Мускатное. Во вкусе чувствуются какие-то пряности. Какие-то пряности точно присутствуют. Желтые фрукты, такие как желтый персик, желтый абрикос. Есть немножечко груши. Еще один глоточек. Чувствуется минеральность в этом вине. В общем и целом, прекрасное вино, ребят. Под пряную пищу, под салаты, под рыбу. Это великолепный вариант. Во-первых, оно не очень дорогое. Это цена 429 рублей в Алкотеке. Сейчас на это вино скидка. Поэтому советую, ребят, прикупить. Отличный аромат. Отличный вкус. Соответственно, не очень высокий алкоголь. В принципе, вино в неплохом балансе. Яркое. Кислотное.
Ну что, очень удачная покупка, я считаю. Это Высокий берег, Трайминер, розовый Трайминер. Вот так. На этом все, ребята. Пишем комментарии, подписываемся. До свидания, с наступающими праздниками.